Освітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіться у гэтым випуску. Вимушена посадка. З-за ветру у Мазырскім районі екстренно сел звышлёгкий самолет. В образ часу телерадіокомпанія «Гомель» стала лауреатом другого фестивалю регіональних телекомпаній Беларусі і Росії. Супраць пажарная графіці. Супрацоўнікі МНС прапанавалі незвычайны спосаб сацыяльнай рэкламы. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Звышлёгкий самолет здійснив вимушеную посадку у Мазырском районе. 17 вересня прикладно у 10 годин раницы вратовальникам Мазырского района поступило поведомление, что у лесным массиве каля поселка Сосновы, як меркуется, звалился самолет. Коли подразделения прибыли до места выклику, высветлилось, что самолет БКАС выконвал опрацовку лесу от шкодных насекомых над территорией Боковского лесництва. По словам 49-годового пилота, при полете на вышине 15 метров от крон дрэў им было принято решение здійснить аварийную посадку за умоў надворья. На борте, кроме яго, находился пассажир. Абодва не потерпели, медицинская допомога не спотребилась. Самолет отримал незначные пошкоджения фюзеляжа и крылов. Зараз ведутся работы по высветлению обставинов инциденту. Нагадаем, у Мазырском районе на территории Боковского лесництва проводится эксперимент по знищению жука-караеда. Глобальное распаўсюджванне шкодного насекомого пора новывается с экологичным бедствам. Экипаж самолета выконывал задание державной установы Беллесахова. За три полета необходимо было опрацовать специальным речевом 60 гектаров лесного массива. Надворье на гэтым тыдні чакаецца няўстойлівае, дажджлівае і ветранае. Правда, найбольш інтэнсіўныя дажджы пройдуць у заходніх і цэнтральных раёнах краіны. У нашым рэгіёне ападкі прагназуюцца ў другой палове тыдня. Магчымы навальніцы. Заўтра будзе ясна да 13 градусаў уначы і да 19 у дзень. Вецер заходні парывісты. Сёння ўначы чакаецца ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. З гэтай нагоды аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Штормовое попереджение было обвешено и на сегодня. Раницей у Гомеле древо ветром повалило на припаркованный автомобиль. Здарение отбылося у микрорайоне Волотова у дворы по улице Свиридова. Потерпел автомобиль марки Honda Civic. Протягиваем выпуск. Первый наместник керовника администрации президента Беларуси Максим Рыжанков на этом тыдні проведе прием громадян у двух районах Гомельской области. 21 вересня он сустренется с насельництвом у Житковицким райвыканкаме. Прием будет ладиться с 11 до 14 годин. Попередний запись ажитивляется по номеру телефона 2-19-88. 22 вересня с 9 до 12 годин Максим Рыжанков проведе прием у Петриковским райвыканкаме. Записаться на особистую сустречу можно по телефоне 5-12-10. Гомельская областная организация Белорусского союза «Жанчын» выходит на международный уровень. Сегодня отбылось первое посяджение Совета с уделом активисток Курской областной организации Союза «Жанчын России». За ходом перамоў сачылі наши корреспонденты. У снежні минулого года у Москве отбылася сустрэча делегации Союза Жанчын России и Белорусского Союза Жанчын. А уже у студені 2017-го визит у Курск представниц Гомельской области. После ознайомления с работой структур высветлилось, у регионах шмат проектов, которые могут затекавить новых партнеров. Причем сфера взаимных интересов вельми широкая. Подчас находжения у России представницы Гомельщины разом со своими новыми партнерами поспели принять удел у работе форума «Личбовая простора у сучасной экономицы» и Курского кермашу. И нават атрымали подяку от его организаторов. Мы участвовали в отчетно-выборной конференции, мы участвовали в научно-практической конференции по формированию экономического мышления в Курске. Я в прошлом году была 3 раза в Курске, и даже на экономическом форуме. И всегда, когда приезжаешь из Курска, заряжаешься новыми идеями, практиками, именно для форм работы. Вы знаете, вот то направление, которое мы сейчас продвигаем, и вы, журналисты, об этом хорошо знаете, именно формирование экономического образа мышления, обучение компьютерной грамотности старшего поколения, поддержки ремесленников, поддержки женского предпринимательства, это мы, в общем-то, взяли именно у наших курских подруг.
Сегодня по массовости женские организации Гомельской и Курской областей прикладно однольковые, около 15 тысяч человек. Коли объединять намагания, отрывается мощный ресурс. Тем больше, что энергии и инициативности женщинам не займать. Подчас встречи у Гомеля россиянки презентуют новые инициативы. Проект под названием «Любимый куток» пропонует для наведывания покуль не вельми популярные у туристов мястины, якими гонорация жихары вёсок и невеликих городов. Значная увага подтримцы малого предпринимательства, починаючи от профессийной ориентации школьников. Для старшини Курской областной организации Союза жанчин тема экономичной эдукации тем больше близкая, что опроча громадской работы яна ректор Института менеджмента экономики и бизнесу, а так само член Совета при президенте Российской Федерации по супрадению коррупции. В развитых экономиках в составе валового внутреннего продукта ВВП 50% – это продукция малого и среднего бизнеса. В России около 20%, в Белоруссии 18%. Есть куда расти. Куда расти? Только через малый и средний бизнес. Только через формирование вот этой культуры предпринимательской. И мы взяли опыт других стран, когда успешная предпринимательница или предприниматель получают ученика, потому что основы бизнеса, в принципе, они одинаковы для всех. Есть только, они разнятся только деталями. Олег Сентюров, Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Телерадиокомпания «Гомель» стала лауреатом другого фестивалю региональных телекомпаний Беларуси и России «В образ часу». Дипломом третьей ступени означенный сюжет, зробленный подчас дён Гомельской области в Москве. Для отримания узнагороды на сцену вышел Олег Сентюров. Фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и России «В образ часу» проходит только в другий раз, а тому казать об наявности у его шматгодовых традиций покуль не приходится. Але и при этом, только проглядом конкурсных работ, программа не обмяжется. По великим рахунку, это учеба за обменом думками и обмеркованием перспектив дальнейшего развития региональных электронных СМИ. Сярод организаторов фестивалю Фонд Академии Российского Телебачения и Белорусское Министерство Информации при этом сёлета одночасово вырашили провести одразу два мероприемства. В образ часу проходил разом с Международным фестивалем телевизионных фильмов «ТЭФИ Содружность» подчас круглого стола размова об тем, как знаходить цікавые темы и реализовывать задуманное на практике. И хоть финансовые махчимости у разных краинах не однольковые, головное потребование за счет неизменное. Кино повинно не только забавлять, але и повышать интеллектуальный уровень глядачов. Относится это как для документальных фильмов, так и телевизионных информационных сюжетов, которые называют документалистикой у миниатюры. Это то самое место, где происходит главное для зрителя – это доверие. Потому что у банков, у власти и у СМИ главный капитал все-таки доверие аудитории. Нет доверия – нет власти, нет банка, нет СМИ. И вот доверие, слово «документ», как бы оно априори тянет на то, что это что-то настоящее, документ – это настоящее. Другий фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и России – это 18 удельников и 46 работ. На их прогляд и обмеркование отвели некалько годин. Перед початком церемонии узнагороджения организаторы подкресливают и ТЭФИ «Содружность», и в образ часу – это фестивали профессионалов журналистской супольности. Навод, коли некто не отримал ниякой узнагороды, и он все ровно выиграл. У речи встретиться с коллегами у таким формате отрымливается нечасто. Сегодня у людей, которые разбросаны по странам, когда-то составлявшим некую империю, есть возможность посещать Белоруссию, Минск, общаться с замечательными людьми этой страны. Они абсолютно особенные, они действительно не похожи на нас, и это чувствуется только тогда, когда ты приезжаешь сюда. Телевидение – это часть культурного кода любой из наших стран. И 7-й фестиваль ТЭФИ, 2-й фестиваль «Образ времени» – это маленькие, но очень правильные шаги навстречу друг другу. Важно не прерывать это движение. Важно чувствовать локоть друг друга. Сярод пераможцаў другого фестивалю региональных телекомпаний Беларуси и России «В образ часу» разом с журналистами белорусской «Лиды» и российского «Екатеринбурга» и телерадиокомпания «Гомель» диплом третьей ступени урочены за сюжет об белорусско-российских региональных отношениях. У вересня минулого года он был снят под час проведения у Москве дён Гомельской области. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.
Выратовальники Гомельской области освоили новый вид социальной рекламы. С допомогой граффити супрацовники пожарной аварийно-выратовальной части номер 2 не только рассказали историю своей службы, але и поведомили шмат важной для каждого жихара информации. С автором работы встретились наши корреспонденты. Сегодня старший пожарный аварийно-выртовальной части номер 2 Юрий Лупиненко снова приступил до выполнения своих непосредственных обовязков. У подразделениях Министерства по надзвичайных ситуациях он с 1994 года. За этот час и сам неодночи выезжал на боевые дежурства, и многих сослуживцев, которые вызначились при ликвидации надзвичайных ситуаций, так само добро ведая. Яны, до речи, и стали прототипами героев работы, якую можно умовно назвать историей Гомельской выртовальной службы. Я учитывал, что немножко занимаюсь военно-исторической реконструкцией, то детали там очень важны, они передают дух эпохи, дух времени, то есть и для понимающих людей это очень важно, именно детали передать. Там есть портретное сходство с главным героем этого сюжета, водитель наш Виктор Цупиков, который спас пассажиров с автобусом в морозный метельный день, когда они там съехали в кювет. То есть на пределе возможности машины он вытащил автобус, там все 50 человек аплодировали просто, да. Да, я его нарисовал. На такую работу выратовальнику, який, до речи, неколи вучился на мастака-оформителя, спотребилось около 10 дён. Что тычется фармова, то тут так само бюджетный вариант. Звычайные фасадные, тримаются долго и каштуют нешмат. На семи панно история аварийно-выратовальной части, якая по некоторых звездках исновала еще до Кастрышницкой революции. Правда, тут первая выява – пожарный будинок, який был узведен у середине 30-х. Малявал Юрий Лупиненко по фотоздымках военных часов, а так само с натуры. Этот будинок, хоть и у крыху іншым выглядзе, захаваўся да нашага часу і знаходзіцца на сучаснай вуліцы Катоскага. Сярод іншых тэмпано – выратавальнікі ў гады Вялікай Айчыннай і падчас ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі. Знайшлося месца і для сацыяльнай рэкламы – МНС – «Дапамога побач». Гэта спасылка на аднайменны мабільны дадатак Міністэрства з некалькімі старонкамі інфармацыі пра тое, як паводзіць сябе ў надзвычайных сітуацыях. Спасатели постоянно совершенствуют способы и методы доведения до населения информации о пожарной безопасности. И граффити является таким одним из способов, который в простой доступной форме рассказывает не только взрослым, но и детям о правилах пожарной безопасности, об истории пожарной службы. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельский державный цирк открыл новый сезон. Его первая программа «Триумфаторы рызыки» – сапраўды феерычный проект с уделом лауреатов международных цирковых фестивалей. Наш корреспондент Вероника Ворошилина одной из первых убачила яскравое действо. Новое цирковое шоу «Триумфаторы рызыки» – это каскад невероятно смелых трюков. Поветренные гимнасты, которые лунают под куполом цирка, притягивают до себя погляды глядачов и примушают их сердце замирать. Незвычайно видовищный номер – несбалансованная дошка баллада про Осетию. И он выконывается на уникальном аппарате, где только полное взаимодействие и синхронность рухов акробатов позволяют ему триматься на тонкой перекладине. Уражаюць безумоўныя нумары з дрэсіраванымі жывёламі, гарэзныя малпы, папугаі, сабакі і поні дэманструюць гледачам свае ўнікальныя ўменні і дораць ім вясёлы настрой. Падтрымліваюць бадзёры настрой гледачоў на працягу ўсяго прадстаўлення камічныя нумары клоуна. Стрымаць усмешку, гледзячы на яго рэпрызы, проста немагчыма. Таксама ў праграме выступленне жанглёраў, ілюзіённы атракцыён, арыгінальныя фігурныя элементы на велосипедах. Сярод самых эфектных і небяспечных нумароў – сустрэчныя арэлі, якія выконваюцца без страхоўкі, і гонкі на матацыклах на максімальнай хуткасці ўнутры металічнага сеткавага шара. Яскравые выступления лауреатов международных фестивалей и профессийная дрессура нового шоу створают незвычайную атмосферу с особливой энергетикой и дарят глядачам лепшие узоры циркового майстерства сусветного узровню. У нас очень рискованные номера все. У нас есть акробаты на качелях. У нас есть воздушные гимнасты на уникальных аппаратах. У нас есть уникальные мотоциклисты в самом маленьком шаре Европы, 4-метровом. Так что у нас есть что увидеть. Мы ждем вас, приходите. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».
Гэтая, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.